Привет, дорогие друзья, с вами я, Стив, и сегодня у нас топ-6 самых худших типов игроков сервера Minecraft под названием Vine World. Ну ладно, поехали! Ты не знаешь, что на это сказать, очко начинает... Итак, 6-е место нашего топа занимает тип под названием крысы. Это такие игроки на бедварсе, ломают кровати и команд тех, мост которых на меду и кровать еще не застроена. Этот тип очень ужасный, так что, если у вас есть такая привычка на бедварсе, немедленно избавьтесь от нее, иначе у вас будут сильные проблемы и весь чат будет в оскорблениях в вашу сторону. Ну ладно, погнали к следующему месту. Пятое место у нас занимает тип читеры. Они летают, берут себе креативку, одним словом читерят. И их не остановить. Они как бомба замедленного действия. И они на каждом сервере. Вот еще есть такие читеры, которые отрицают, что они читеры, и говорят, что у тебя кривые руки, но сам-то ты мастер в PvP. Капец. Так что, если у вас на вайме есть читы, то немедленно удаляйте их, иначе у вас будут серьезные проблемы. Не в чате, а с аккаунтом. Потому что могут послать репорт, и это уже не шутки. Ну ладно, переходим к следующему месту. Ты не знаешь, что на это сказать, очко начинает... Четвертое место у нас занимает тип таргетеры. Они почти ничем не отличаются от крыс, кроме того, что они постоянно хотят тебя зарашить на бедварс, гангейм, анихилейшн и анихилейшн. И они не остановятся, пока не зарашат. Вот реально. И как это бесит, что они прям без алмазки, и они тебя просто с моста скинули. Капец. Ну ладно, переходим к третьему месту, а то я не буду долго говорить про... Ты не знаешь, что на это сказать, очко начинает... Третье место у нас занимает тип нубы. Они ничего не делают, а только фармятся и забирают вещи из сундуков. И они еще вдобавок наполовину читеры. То есть читеры — это те нубы, которые без читов ничего не могут сделать. И они вообще просто... Еще, кстати, нубы — это новички. Так... И у них... У некоторых нубов не клешни вместо рука. Нормальные руки, только... Они сразу дефаются. А вот некоторые даже алмазника могут убить. Скинуть с моста. Но это не считается. Ладно, переходим к следующему. И второе место у нас занимает самый бомбящий тип — бомболейлы или школьники. Они очень сильно связаны с нубами, потому что некоторые виды вот этих вот маленьких игроков в Майнкрафт, у них клешни вместо рук, одним словом, точнее двумя. И они часто пишут в чат какую-то, одним словом, бред. А уж если и там есть мод на голосовать чат, то лучше уж играйте без звука, потому что там очень интересные слова могут быть услышаны вами. Они раки, часто бомбят в чате, оскорбляют, говорят, что ты нубло. Это при случае гриферства или при случае того, что они тебя убили, точнее, один из них тебя убил, а у тебя была алмазка. И он такой радуется весь, гордый, нос поднял к Эвересту. Что я сказал? Ну ладно, теперь сейчас будет самый главный тип. Готовы? Погнали на последнюю остановку.
из золота нашего топа берет тип под названием Гриферы. Это, наверное, самый ужасный тип игроков, как и обычного Майнкрафта, так и Ваймворлда. Алгоритм их действий на сервере выживания. Первое. Искать жертв. Те, которые гриферят нечестно, просто пишут в чат. Это что-то вроде «Кого приютить?» или «Кому дать 64 алмазных блока?» КТП и так далее. А потом просто убивают и забирают вещи. И никакой репорт уже не помогает. Второе это просят добавление в приват. Проверяйте игрока, когда он хочет, чтобы вы его приютили на гриферство. Точнее, проверять, гриферит ли он. Вот поставить алмазный блок, куда-то уйти. И если блок будет сломан, значит он грифер. Если он обманет, значит он тоже гриф. Обманывают. Есть другие виды гриферов, и я о них поговорю чуть-чуть попозже. И четвертый. И конец их алгоритма действий. Ломают дом и забирают все ресы. А вот на мини-игр они просто ломают под вами блоки. Даже тиммейты могут быть гриферами. У меня такое было только 3 раза. Вот такой вот тип. Самый ужасный, наверное. Так что, если вы грифер и наслаждаетесь этим, то лучше немедленно прекратите, иначе вас забанит, например, Адор или Кореш, наверное. Но вы, наверное, скажете: «Ой, чувак, да они же на телефоне играют, а я на ПК. А, они меня не достанут». О, чувак, ты сильно ошибаешься, сказав это. Так что, те, кто гриферят, лучше вам нужно перестать, иначе вам капец или от кореша, или от Адора. Вот такой вот топ у нас получился. Так что, если вы впервые на моем канале, то рекомендую вам, конечно же, подписаться на него, бабахнуть колокольчик, чтобы вы никогда не забывали про мои видео, чтобы вам напоминал YouTube. И еще, конечно же, поставить лайк. Вот каждый лайк и каждая подписка меня делает бесконечно счастливым. Вот мы сейчас набрали 62 саба, ребята. Это очень круто, спасибо вам всем за это. Вот реально. А на этом с вами заканчиваю данное видео. С вами был я, Стив. Всем удачи и всем пока!